3 февраля. Лондон в очередной раз замерзает. А еще один пример замерзающей Европы. А в данном случае это Лондон. Температура плюс 15 градусов, солнце. Сегодня 3 февраля 2023 года. Там люди играют в теннис. Тут вот сейчас побежал какой-то бегун. Явно замерз. Не-не-не. За просрочкой, скорее всего, побежал. Выхватить самое вкусное, пока не налетели британские пенсионеры. Потому что весь раздетый торопится домой согреться. Зеленая трава. В общем, ужас какой-то. Центр Лондона. Не знаю, как они здесь, бедные, справляются без российского газа и всего остального. Страдают, наверное. Да, конечно, страдает. Все Lamborghini уже выставили на продажу. Все бы отдали, лишь бы поскорее переехать в наши хрущевки.